Дорогие друзья, сейчас наступает арбузная пора. Будем с вами лакомиться арбузами. Буквально на днях уже везде завозят, уже в эти дни завозят классные арбузы, сладкие. Но мало кто знает, что существует еще полезное арбузное масло. Мы с Наташей наслаждаемся вот этим продуктом. Масло кедровое здравие наряду с долголетием. Это хит хитов. На самом деле кедровое масло здравие, друзья мои, оно способствует восстановлению водно-солевого баланса в организме. Вы спросите, о чем это? Да, оно почки восстанавливает. Вы спросите, почему у меня повышается артериальное давление? Да потому что почки не в порядке. Почему горят ноги? Потому что почки не в порядке. Почему вы просыпаетесь по утрам и у вас отеки под глазами? Вот она зона глаз, которая вам подскажет, в порядке у вас почки или нет. Знаете, как определить? Во-первых, отечность. Во-вторых, синие такие, вы знаете, даже не синие, а темные круги под глазами и над глазами. Почки и толстый кишечник находятся рядом. Поэтому, если вы хотите восстановить ваши почки, если вы хотите действительно избавиться от отеков, почечные отеки, очень серьезные отеки, или вы не желаете, чтобы у вас был гидронефроз почек, или более того, даже гломерулонефрит, это очень тяжелое состояние, или поликистоз почек, или, друзья мои, мочекаменная болезнь, которая потом выражается в виде камней оксалатов, уратов, фосфатов. Между прочим, это разные камни, и лечатся они по-разному, да? Кстати, ни в коем случае дробить камни нельзя. Нельзя, потому что, когда дробятся камни, да, то вот эти мелкие кусочки буквально проникают, вы знаете, они утрамбовываются в паренхиму, и потом развиваются кисты. Я под твою речь тут масло. Я вижу, ты же тут жуешь. Да, я жую. Они очень вкусные. Я тоже сейчас приму, пока ты... Пожалуйста, наслаждайтесь. И можно с собой носить эту баночку и все время... Да, конечно, знаешь, вот про арбуз, даже если говорить, вот же есть такая рекомендация народной медицины, ешьте больше арбуза, чистит почки. Но все-таки здесь же концентрация, да, масел. Высокая, ты попробуй. Вот, да, мы говорим, кстати, мы про состав-то не сказали. Здесь, друзья мои, масло арбузных семечек, да, естественно, здесь присутствует льняное и кедровое масло. Поэтому, друзья мои, арбузные семечки, они, поэтому мы, когда кушаем арбуз, он обладает таким мочегонным эффектом. Арбуз очень полезен для почек, но... Представляете, сколько нужно съесть арбуза, чтобы почистить почки? А здесь концентрация. И именно вытяжки из семян арбузных, точнее, из, да, арбузных семян, невероятно высокой концентрации. Поэтому мы с вами просто столько не съедим. Ну, не говоря уже о том, что он выводит токсины. Вообще, когда включаются почки... У нас начинает работать практически весь организм. Проблемы, друзья мои, у нас с вами из-за того, что останавливается работа и левой почки, и правой. Они там провисают, птоз обнаруживается, у них снижается функция. Но стоит начать масло здравия пить, в котором есть концентрация вот этой именно редкости вот этого масла арбузных семян, вы увидите результат буквально с несколько капсул применения. Сразу включится, Наташа, разгруз жидкости. Вот смотри, наши телезрители очень внимательно нас слушают, поэтому сейчас Юрий из Москвы задает вопрос, будет ли вот такой вот эффект, как от арбуза обычного, мочегонный, не мочегонный. Будет ли это показанием остаться дома и... Нет, конечно, вот такого эффекта мочегонного, как при потреблении арбуза, вы не получите. В этом, собственно, и есть прелесть, но однозначно будет включаться вот этот обмен, и вы просто будете нормально ходить в туалет. Это, правда, очень важно, потому что, вы знаете, я зачастую, вот, знаешь, Жень, спрашиваю, а как часто вы, собственно, ходите в туалет? Да, сколько раз в день? Ну, вы знаете, утром сходил в туалет, обычно мужчины так говорят, женщины все-таки почаще ходят бегать, и вечером. Вот это очень плохо для состояния предстательной железы, состояния здоровья. А потом мы обнаруживаем, что простатиты, и, естественно, дальше развиваются аденомы предстательной железы. Но это то, что касается мужчин. Поэтому почки страдают у всех. Но сегодня есть возможность их подправить вместе с маслом кедровым здравия, который содержит в своем составе и льняное масло. Кстати, оно является источником, невероятным источником омега-3. Мы еще даже вот об этом не сказали. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Ну и, безусловно, масло арбузных косточек дает нам прям очень хорошие результаты в стимулировании процесса, в том числе и кроветворения. Они очень хорошо влияют на кровь.